Привет, с вами Питер Гриффин, вы смотрите... На нашем канале ваше любимое шоу в их природной первозданности. Спокойной ночи, Лоис. Прости, что ударил тебя за ужином. Хорошо, что администратор не вызвал полицию. Да, все разрешилось. С годовщиной тебя. Эй! Эй! Питер, сходи к Стюи. Ладно. Ну, что случилось, Стюи? Тебе страшно? Не бойся, тут нет чудищ. Само собой нет. Или ты переживаешь из-за случая с семьей, живущей по соседству? К ним вломились трое, избили отца ракетным молотком, украли ребенка и его до сих пор не могут найти. Ты об этом разволновался, малыш? Теперь да! Давай-ка папа почитает тебе сказку. Джек и бобовый ствол. По названию это или сказка, или порнуха. Давай выясним. Джек, нам надо раздобыть еды. Отстань от меня, жена. Умей ты превращать солому в золото, ну или нет, я бы мог не работать. Хотя бы корову продай, только за настоящие деньги. За что же еще? Не знаю. За волшебные бобы. Да такие бывают. Не приноси волшебные бобы, идиот. Что? Да я о них слыхом не слыхивал, пока ты не сказала. Так что если принесу их, то из-за тебя. Никто не пройдет по моему мосту, пока не заплатит! Да брось, меня в город послали продать корову! О, ты эту корову продаешь? Я не богат, но могу дать тебе за нее волшебных бобов! Да ведь меня именно за ними и послали! Я сказала, не приноси бобы! Эти бобы ничего не стоят! У королевы, у английской все увидали киску? Срань господня! Эй, это еще откуда взялось? Мне теперь не видно пуфик девочки-муфточки! О, правда мой пуфик нежный, розовый и чудесный? А, черт! Я должен это видеть, чтобы сделать творожок! Успокойся, Залупкин Штильцкин. За ночь у нас выросло волшебное бобовое дерево, и я на него взберусь! Честное слово, ты еще кто? Поди прочь! А, извини. Ты что, какаешь по гусиному? Я не испорожняюсь, кретин. Я откладываю яйцо. Кто это там? Ну все, ты разбудил дуралея. Фи-фай-фо-фам! Дух британца чую я! Верни мне моего гуся! Ишь ты, за меня борются двое мужчин. Класс! Нам надо по-тихому свалить. Сейчас я его отвлеку. А! Глянь на меня! Глянь на меня! Глянь на меня! Чёртово бобовое дерево! Я раздобыл золотого гуся! Конец нашим бедам! Ну, нашим финансовым бедам. А сексуальные проблемы еще, ой, как живы. Теперь подождем. Конец! А урок таков. Крадешь, так будь готов и убивать. Красная шапочка. Шапочка, не забудь корзинку для бабушки. Корзина-то тяжеленная. Зачем ты положила ей пакет льда? Это что, шар с пивом? Бабушка будет развлекать флоридских аквабайкеров? Главное, не сходи с лесной тропинки. О, да, отличный совет матери года. Ты хоть понимаешь, что до бабули пилить 110 километров? Да? Ты посылаешь родную дочь на верную смерть. О, привет. А что... произошло между тобой и тремя свинками. Почему ты так хотел их съесть? Просто удивительно, что люди об этом навыдумывали. Во-первых, есть я их не хотел. Ясно? Я хотел поговорить с одной из них. О чем? Ну, раньше она была моей подружкой. И после разрыва мне стало интересно, почему она была такой блядью. Эй! Есть кто дома? Ай, нет, нет. Но я же слышу, у вас играет мексиканская музыка! Или ведите себя по-человечески, или я сдам этот дом Златовласке и трем медведям. О, какой милый. Прелестный, как ты описал. Они тут наведут порядок. Ты кто такой? Я твоя бабушка, кто ж еще? Ладно, если без этого никак. Ой, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше видеть тебя, внученька. Я так не могу, я ведь не идиотка. К чему этот цирк, за кого ты меня держишь?
Тебе-то на что жаловаться? Это меня сейчас дровосек порубит на куски. А вообще, я не поняла, это наш герой или просто какой-то псих бегает по домам и убивает людей? Ой, малыш уже спит. Так безмятежно. Эй, проснись, еще одна сказка осталась. Если от этой не уснешь, то я уже не знаю. Золушка. Эй, Золушка, как пол, оттирается? Боже, как у нас мало женских персонажей. Не отвлекайся, три пятно от какашки, чтобы по возвращении я могла накакать новое. Когда-нибудь вы пожалеете, что были со мной жестоки. Жестоки с тобой? Мы? Когда это мы были с тобой жестоки? Помните, вы заставили царя Мидаса сделать мне кунилингус? А мне теперь жить с этим? Я с ним тоже встречалась. Приглашение на бал от принца! Я слыхала, он ищет свою суженую. Ну, это точно не ты. Да, иначе сказка называлась бы «Золушка». Так и называется. А, ничего хорошего нам это не сулит. Вы обещали взять меня на бал, если я найду нарядное платье. Как ты его так быстро сшила? Ну, знаете, я разбираюсь в моде. И руки у меня золотые. Невероятно. Я уже переживаю за сценарий, который мы ей дали. Девочки, порвите ее платье. А лоскуты припасите для месячных. Золушка, я твоя фея крестная. Не голубая фея, а обычная, волшебная. Боже мой! Хочу, чтобы эта сучка Белоснежка призналась, что делала аборт. Но! Ай, какое красивое! Конечно, превращайте меня во что попало. Да, здорово. Спасибо. У вас тут все нормально. Больно! Больно! Здравствуйте, принц. Очень приятно, очень приятно, принц. Это мои дочери. Они готовы на все, лишь бы стать вашей принцессой. Да, девочки? Вам что-то приглянулось? Ой, я такая шикарная и увлажненная. Фу, какие вы мерзкие. Но не уходите, вдруг я больше никого не найду. Куда вы? Вернитесь! Вы об него потерлись! Теперь вы должны им заняться! Стойте! Стойте! Вы обронили хрустальную туфельку! И пачку презервативов! Вот блин, у нас бы было! Поэтому так, кому придется впору эта туфелька, станет моей принцессой. Или принцем. Я Би. Ах, вот где моя туфелька! А я ее везде ищу! В свободное от гимнастики время, конечно. Это может стать твоим! Довольно! Вслед за этим пара, потанцевавшая разок вместе, опрометчиво вступила в длительные отношения. И они жили долго и счастливо еще 7 месяцев, а потом разъехались, чтобы разобраться в себе и снова сойтись. Спокойной ночи, Стьюи. Спокойной ночи, Крис. Спокойной ночи, Мэг.